Вітаю, з вами Шах і Мат. Мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про реформу медичної галузі та реабілітацію поранених на Донбасі. З нами головний лікар обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Реженко. Сергій Реженко, головний лікар обласної клінічної лікарні імені Мечникова, закінчив Дніпропетровську медичну академію, депутат Дніпропетровської обласної ради, почесний громадянин Дніпра, одружений, виховав двох доньок. Хобі – футбол, настільний теніс. Сергій Анатолійович, радий вітати вас у нашій студії. Добрий день. Власне, перше питання відноситься до теми нашої розмови. Багато говорять про реформування медицини. Що ви розумієте під цим словосполученням? Завжди, коли хочеться говорити о реформі, желательно говорити о тих нових і кращих свершеннях, які можна зробити для того, щоб отрасль працювала позитивно. І от ми від реформи, вся больница Мечников и все медики ждут именно этого. Так случилось, что все предыдущие реформы, которые были в нашей стране в области медицины, были неудачными. И сегодня и жители города, и жители области, особенно врачи и медсестры, ждут, что именно наши руководители, которые сегодня ответственны за эту реформу, сделают ее так, что будет уютно и больному, который будет находиться на больничной койке, и врачи будут работать за достойную заработную плату. Хотелось бы, чтобы именно эти мотивы были вложены, именно в главные постулаты очередной, повторяюсь, реформы, которая даст возможность нам всем жить и работать, имея надежные тылы в области медицины, и не думать, а что будет завтра. Ну що, з вашої точки зору, першочергово необхідно зробити, щоб медицина стала, скажімо так, медициною у кращому розумінні цього слова? І, до речі, загальне питання, виходячи з ваших слів, чому поняття таке, як реформа, далеко не завжди несе в собі позитив? Так, к сожалению, всі реформи, які проводяться в настоящее время в здравоохраненні, вони йдуть за счет сокращення бюджетних средств. Нельзя нічого хорошого построити, если ты будешь экономить деньги, если ты будешь где-то обрезать какие-то детали, которые касаются здоровья людей. И я очень переживаю за то, чтобы больница Мечникова, которая является сегодня лучшим медицинским учреждением страны, прибавляла период реформы и могла развиваться. И желательно именно поступать по тем правилам, которые уже прошли развитые страны. Оставить определенное количество узких специалистов, расширить сеть технологий, которые будут использоваться, делать высококачественные операции, которые нельзя проводить без определенной аппаратуры, которая позволяет больным выздоравливать 5-6, а иногда даже в 7 раз быстрее. Вот все эти моменты хочется, чтобы они сохранялись. У нас есть хороший опыт развитых стран. И есть абсолютно плохой опыт тех, кто пошел на реформу здравоохранения за счет сокращения денег бюджетных. Там народ страдает, народ не может вовремя попасть к врачу. Они бегают со страховками, которые не всегда продуктивно отражают стоимость лечения. И зачастую имеет большие нарекания на такую серьезную вещь, как охрана здоровья.
Сергій Анатолійович, ви згадали про фінансування медицини. На цей рік на медицину Дніпра виділена, скажімо так, субвенція з державного бюджету близько 200 мільйонів гривень. Зрозуміло, що лікарня Мечникова не відноситься до Дніпра чисто бюрократично, так скажемо, да? Вона належить до області. Але, з вашої точки зору, фінансування лікарні на сьогодні є у достатньому об'ємі? Ми сьогодні в місті із департаментом здравоохранения, в місті з обласною властью робимо все можливе, щоб цифри, які обов'язково повинні відражати рівень здравоохранения, були заложені правильно. І недавно був у мене розмова із представителем обласного совета, який висказав абсолютну підтримку по больниці Мечникова. Це талантливий руководитель, який сьогодні строить свою роботу на допомогу людям. Очень би хотілося, щоб именно ці тезиси, які він мені озвучив, лягли в основу нашої реформи по області. Тому що именно в області нам треба вирішити всі основні питання. Не в місті Києві, не десь там ще в якомусь національному центрі, який буде обслуговувати фінансову систему здравоохранения. Именно здесь, с руководителями области, структурами, с депутатами, сделать все возможное, чтобы то, что мы наработали за последние годы, у нас громадный опыт, у нас делаются уникальные операции. Мы не потеряли, а наоборот приобрели. А якщо не секрет, які це були тези від Святослава Олійника? Ви, окрім того, що є головним лікарем, ви також є депутатом обласної ради. Святослав Олійник озвучив ряд вопросов, которые очень важны для больницы Мечникова. В первую очередь, это аппаратура, которая должна работать в полном объеме. У нас сегодня стала проблема, что две трубки, одна, которая находится сегодня в томографе, она из-за срока, из-за большого количества наплыва людей, она, к сожалению, сила не может показывать качественные исследования. И другая трубка в ангиографии. Вот эти две трубки, которые есть в наших супераппаратах, стоят приблизительно около 10 миллионов гривен. Это большие цифры. И здесь очень важна помощь именно первых руководителей, которые волевым решением будет поддерживать. Потому что тысячи людей без этих исследований остаются без диагноза. И именно Святослав Олейник нам дал заверение, что обязательно все, что касается больницы Мечников, будет сделано в полном объеме. Мы ему верим. Тобто все-таки можна сказати, що лікарня на сьогодні фінансується на достатньому об'ємі порівняно, скажімо, з іншими лікарнями Дніпра. Тим більше ми знаємо, що йде процес об'єднання лікарень у місті. Я не можу сьогодні розказувати за всі больниці, які знаходяться в Дніпрі. Зрозуміло. Ну, к щастю, тот уровень финансирования, который планировался и в прошлом году, и в этом он остается примерно таким же. Які медичні послуги для мешканців Дніпра, та й для мешканців України, та й для іноземців навіть є гарантовано безкоштовними, за які доводиться платити? Первая помощь, скорая помощь обязательно. И сегодня мы предлагаем единственное, что человек, который поступает в больницу, и если у нас нет необходимых медикаментов, которые нужны для его излечения, мы предлагаем эти медикаменты купить, потому что лечить тем, что есть, и тем, что надо, это две большие разницы. Хотелось бы, чтобы люди понимали, что без медикаментов, а у нас есть сегодня большая сеть всевозможных лекарств, которые можно подобрать для излечения самого тяжелого больного, необходимые. А с бюджета не закупается только на 11%. Мы обеспечиваем только ургентную помощь, те, которые поступают прямо в приемное отделение. И можем дать немного лекарств, которые нужны тем же раненым бойцам, тем же людям, которые переехали из Донецкой, Луганской области, то крайне не хватает. Хотелось бы, чтобы именно просчитывались именно медикаментозные бюджеты лучше, но пока ситуация такова.
она лучше, чем в других больницах города, я это знаю. Но на крайне недостаточно, чтобы полностью вылечить человека. Сергій Анатолійович, можливо, таке риторичне питання, а що робити людині, скажімо, яка потребує якоїсь складної операції чи складного лікування, а вона отримає, ну, мінімалку, наприклад? Дуже складний питання. Його задають мені кожен день десятки, іноді навіть сотні людей в прийомні дні. Є операції, які ми проводимо, де стент стоїть десятки, іноді навіть сотні тисяч гривень. И эта операция проводится буквально в течение нескольких часов, и человек за 2-3 дня может излечиться и уйти домой. Но без этого инструмента ее сделать нельзя. И наши хирурги иногда идут на объемные вмешательства по старинке, учитывая, что человек себе не может позволить таких средств. Я знаю, что во всех развитых странах, если показана такая операция, обязательно страховая компания обязательно возмещает стоимости на препараты, которые затратились. Это наше будущее. Я в него верю. И именно такая реформа здравоохранения нам нужна, когда богатый платит за бедного, а получает все одинаково. А з вашої точки зору, знову ж таки, як і головного лікаря, як і громадського діяча, як і депутата обласної ради, за страховою медициною майбутнє, чи все-таки ні? Однозначно. Іменно страхові компанії не являються посередниками між чоловіком і лікарем. Вони чітко просчитають, наскільки був забезпечений рівень лікування цього больного і наскільки врач назначив правильне лікарство. Все необходимо для того, чтобы вылечить такого пациента. Это тот посредник, который обязательно нужен в нашей стране, который будет считать деньги и четко определять этапы и стоимость лечения. Это человек, который сможет, я имею в виду человека, который представляет эту страховую компанию. Это должен быть эксперт, который очень хорошо разбирается в медицине, даст точные выводы по лечению человека и пропишет обязательные платежи. Ми вже згадали з вами, що лікарня Мечникова одна з найкращих, якщо не найкраща лікарня в Україні. Скільки хворих звернулося за минулий рік і, можливо, якісь приклади складних операцій, які успішно були проведені? Дуже багато складних операцій ми проводимо ежедневно. Вони стосуються всіх жителів, особливо жителей глубинки, которые зачастую по 10 лет за последние не бывают у врача и приезжают с такими заболеваниями, которых очень трудно лечить. Вот сегодня мы буквально боролись за жизнь пациента, у которого большущая опухоль, которая больше 5 килограмм сдавливает все внутренние органы. Я знаю, что если бы была в этом районе аппаратура, хотя бы примитивное, которое может увидеть образование, такого допустить не смогли. Врач, который сидит на приеме, зачастую терапевт или фельдшер, который приезжает к такому больному, не всегда может определить без наличия необходимой техники. И вот здесь я еще раз призываю, что гадание на кофейной гуще – это вчерашний день. Или там с помощью каких-то иголок поставить диагноз, это тоже вчерашний день. Есть сегодня великолепный опыт, который позволяет с помощью хорошей аппаратуры поставить быстро диагноз и расписать правильное лечение. И те болезни, которые зачастую кажутся неизлечимыми, их можно вылечить буквально считанные дни. До речі, трохи я так пропоную відійти від теми нашої розмови, ви згадали про голки. А як ви взагалі, як лікар з великим таким стажем, ставитесь до нетрадиційної медицини? Ну, все має місце, знаєте, але іноді за нетрадиційною медициною многі прячуть шарлатанство, розумієте, саме обикновенне жульничество і обманують людей, не имея ни образования, не имея никакого опыта, не имея никаких навыков, ничего близкого для того, чтобы лечить людей. Вот с этим, хочет заработать гроши. Да, вот с этим я бы боролся, если бы имел такие полномочия. И считаю, что использовать человека для
для получения материального вознаграждения, не имея никаких документов, образования, ну, это просто преступление. И вот здесь, конечно, точка невозврата зачастую присутствует. Эти люди лечат до последнего онкозаболевания, лечат до последнего всякие другие болезни, которые без лекарств не лечатся и без операции. И доводит человека до такой степени, что он попадает в реанимацию и зачастую погибает. Сергій Анатолійович, лікарні Мечникова доволі часто відвідують такі високі гості, як вітчизняні, так і іноземні. Це і президенти, це і міністри, це і консули іноземних держав. От, можливо, які зустрічі запам'ятали, ці міжнародні контакти, от налагодження міжнародних контактів. З ким із країн у вас найбільш тісні відносини і у чому вони проявляються? Дуже багато ми спілкуємося із докторами з Ізраїля. Вони приїжджають, показують нам свої новинки, которые они уже широко используют. К нам приезжают врачи с Америки. Последние вот наши наработки – это поездки в Литву. Очень хорошие контакты с помощью нашего почетного консула, который организовал все для того, чтобы мы и получали помощь, и могли подучиться и могли туда отправить наших солдат для выздоровления, для реабилитации. Это очень важно, потому что именно вопрос реабилитации в нашей стране поставлен крайне плохо. Мы раньше не уделяли этому внимания, и сегодня, когда тысячи людей, которые вернулись с войны после операции, после травм, им нужна реабилитация, в том числе и психологическая, они не могут ее получить в нашей стране. Или очень дорого в частных клиниках, или надо ехать за границу. Именно Литва взяла на себя такие обязательства, и уже около 200 наших тяжелых раненых, которые прошли через больницу Мечникова, поехали туда для того, чтобы получить необходимое реабилитационное лечение. И важный вопрос, потому что многим из этих бойцов такое лечение надо, если не каждый год, так раз в несколько лет, а некоторым до конца жизни. Ну, от ви згадали, зокрема, про Ізраїль. Ми знаємо, що там фактично постійно йдуть такі бойові дії. Це і араби, і євреї, палестинці. Це непроста ситуація, скажімо відверто. У нас це був 2014 рік, хоча війна продовжується і до сьогоднішнього дня. Ви пам'ятаєте, як війна на Донбасі почалася для лікарів-мечників? Звісно, я все це... Не то, что хорошо помню, это мне снится, потому что еще 6 лет назад я такого ужаса не мог даже представить в самом-самом тяжелом фильме о войне, когда все это рядом, когда все просят помощи, когда десятки людей, которых привозят в приемном отделении с оторванными ногами, разбитыми животами и головами, прямо с поля боя, они просят о помощи. Те, которые могут просить. А нам, как правило, привозят те, которые в состоянии комы или в сопоре. Но те состояния, которые даже не позволяют человеку сказать одного слова. Вот это все крайне тяжело. Я всегда буду помнить эти дни. И каждого бойца, которому мы оказывали помощь, потому что они оставляют глубокий след в нашей душе. И тот, кто говорит, что ко всему привыкаешь, поверьте, нет, такому привыкнуть невозможно. А были такие випадки, что лікарі просто не витримали, можливо, самих доводилось госпіталізувати? Очень много. Не то, что врачи, а медицинские представители, консулы и послы падали в обморок, когда видели таких раненых. Это очень страшное событие, и каждый прием нового бойца – это еще раз одна новая трагедия, которую и врачи, и он, как правило, будут помнить, если все получается хорошо, и они выживают. Ну, там взагалі, якщо говорити про статистику, хоча у даному випадку про статистику, скажу, можливо, трохи неетично говорити, але все-таки, скільки поранених було прийнято за період 14-го, ну, вже початку 20-го року? 3000 бойців, 3000 самих
саме тяжелих бицевих ранень в голову, грудь, живот, шею, конечності оторвані, пройшли через больницю Мечникова. Це 3000 чоловічої житті, і більше 95% ми цих хлопців спасли. Тому що останні роки ми взагалі приймаємо тільки тих, яких вже ніде лічити не можуть. Їх доставляють до нас тільки в стані коми. І всі надіжди тільки на наших спеціалістів Мечникова, реаніматологів, нейрохірургів, хірургів, які, по суті, їх достають з того світу і дають можливість вижити. А от наскільки часто поступають поранені, можливо, таке напівполітичне питання, після початку процесу розведення військ на Донбасі? Поступають, і в настоящее время знаходяться ранені в больниці Мечникова, яким проводять операції. Вони всі поступають, як правило, на апаратах іскусственної вентиляції легких. Вони без цього апарата, к сожалению, виживати не можуть. І чому я розказую, що іменно хорошая аппаратура, и аппаратура диагностическая, и аппаратура лечебная, и дыхательная позволяет этим хлопцам и многим людям выжить. Без нее прошлый век, даже позапрошлый. Ну, а чем відрізняються такі типи поранень? Я сам не медик, зрозуміло, да. Так, простими словами, початкового етапу війни від того, що ми маємо на сьогодні, ви сказали, що поступають до лікарні найбільш складні. Ну, в першу чергу тим, що зараз менше, може, попадають іменно бомбежок, мінозорних ранень, а більше попадають снайперських, коли йде прямий вистріл або в голову, або в лицо, або в шею или в грудь. Вот эти моменты, они крайне тяжелы для излечения. Только самые классные хирурги и великолепные вот именно анестезиологи, реаниматологи могут такому раненому оказать помощь. Все другие нет. Тут недостаток опыта очень сказується на житті цього пацієнта. Ну, може, назвемо ім'я цих лікарів, якихось хоча б два-три прізвища. Так, їх дуже багато, починаючи з наших руководителів. Це Олександр Тилубаєв, це Юрій Скрібець, це Ірина Гава, які дуже багато простих хірургів, молодих хлопців, які посвятили себе цьому тяжкому ділу спасіння в житті людей. Особенно в последние годы это стало очень актуально. И я хочу сказать им громадное спасибо, что они есть, что они остались в нашей стране, что они за нашу мизерную плату стараются спасать людей. А, до речі, от досвід ізраїльських лікарів, які там постійно знаходяться в зоні бойових дій, наскільки він допоміг сам на початковому етапі війни? Очень важливий, і тут треба сказати, конечно же, громадное спасибо всем нашим руководителям. И я помню Геннадия Корбана, который помогал привозить врачей с Израиля. Он стал один из первых вот именно защиту тех людей, которые пострадали на Донбассе. И много операций мы сделали вместе и с израильскими врачами, которые имели опыт лечения боевых ранений. Он другой. Медицина немножко разная. Бывает при чистых ранениях и бывает при тех полевых ранениях, которые получают солдаты. Ну, от історії бійців ви досить часто пишете в Фейсбуці їх. От, можливо, якісь дві-три, які так найбільше запам'ятались, які залишаються в пам'яті до сьогоднішнього дня? Ну, їх дуже багато, цих історій. Тысячи, но я буквально хочу сказать о таких самых простых, наверное, самых жизненных, когда вот буквально сегодня звонила мама одного хлопца, который катался на велосипеде возле Мариуполя, ему снайпер пострелил в голову, сквозное ранение, его доставили в больницу Мечникова без признаков жизни. Наши врачи, нейрохирурги с реаниматологом провели чудеснейшие операции, удалили часть мозга, который был разрушен, поставили пластины, по сути, череп собрали заново, если так можно сказать. И сегодня этот парень, он учится в университете, я
понимаю, что если бы не было этого хорошего в Европейском университете будущего, если бы рядом не было настоящих врачей, которые ночью 12 часов не отходили от микроскопа, проводили эти сложнейшие операции. Эти случаи жизненные нельзя перечеркнуть. Я понимаю, что время все стирает, но жизнь этих людей, она на 100%, даже не на 99,9%, зависела только от врача. А є якісь військові, які були реабілітовані, що вирішили освоїти професію медика? Да, да, конечно, много врачей посвятили своей жизни вот именно реабилитации. Я ценю эту специальность, и сегодня хочу сказать, что именно реабилитация позволяет многим бойцам не только выживать, а еще и служить дальше. Я помню одного командира, он тогда был майором, и ему провели 15 операций на животе. Перитониты. И он сегодня всем нам показал, что он не только человек, он еще и военный, и что он еще показывает всем, как надо подтягиваться на турнике. У нас в больнице подтянулся 15 раз. Вот пример мужества. Угу. Есть и другие примеры, которые, к сожалению, не хочется сегодня рассказывать, когда люди обрекают себя на, к сожалению, на крайние случаи. И вот здесь, конечно, хочется, чтобы именно и психологи, и священники, и все общество понимало, что этим людям нужна поддержка. Сергій Анатолійович, лишається не так багато часу, але не можу не спитати. Зараз всі обговорюють коронавірус в Китаю. Чи готові наші медичні заклади до прийому хворих? І як убезпечити себе? Хоча ну, за всі, ніхто не розуміє. За все я не можу розказати. Я буквально мені часто задають питання по коронавірусу. Я можу сказати, що це не якийсь особливий вірус. Це вірус грипу, який просто має таку форму, форму корони. Зубчастую форму, которую обозвали именно так. Знаете, там у нас всякие вирусы, калифорнийские были и другие. Именно не того, что болеют коронованные особы, а именно того, что они имеют морфологическую форму, которая напоминает корону. И здесь очень важно, чтобы именно власти, именно медики сделали все, потому что именно от них зависит здоровье и жизнь многих людей. Мы этот вирус знаем очень плохо, он новый. И для того, чтобы мы могли обязательно обеспечить покой в нашем обществе, надо сделать все возможное, чтобы мы вовремя лечили людей, этих изолировали, проводили карантинные мероприятия, не давали заражаться другим людям, которые здоровы. И здесь очень необходимо включить все механизмы, которые позволят эту эпидемию сдержать. Что ж, Сергій Анатолійович, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з головним лікарем обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергієм Реженко. На все добре.